Идем в свое любимое кафе. Да. Не может быть. Идем. Ты закрыта с этой стороны. Да. Кафе, любимое кафе. Да. Сейчас будем садиться, кушать. Опа! Ура! Так, смотрим. Что нам здесь предлагает витрина? Так. И хлебушек, да. А. Он выгружает товар, поняли? Он выгружает товар, а полиция его штрафует. Несправедливо. А вот тот выгружает товар, а они его собираются штрафовать. Ну, справедливо же. Каждое утро это происходит. Ты поняла? Она говорит, что каждое утро происходит одно и то же. Приезжает полицейский штрафовать того, кто выгружает товар.